Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем готовить салат морской. Для его приготовления нам понадобится кальмары. Я их отварила. Значит, кальмары грамм 700 у меня здесь. Отвариваем как? Ставим воду, доводим ее до кипения и туда закладываем кальмары. Воду я подсаливаю, кладу несколько горошин черного перца и лист лаврушки. И варю 3 минутки я их. Крабовые палочки 200 грамм. Яйца вареные 7 штук у меня. Красный лук 1 штука. Баночка мяса криля 100 грамм. И 140 грамм вот баночка кукурузы. Ну что, будем готовить. Вначале мы будем нарезать кальмары. Я не знаю, кто как любите, но... Я буду нарезать вот такими вот тоненькими полукольцами. Сейчас я вам покажу. Вот так вот. Так, вот кальмары наши порезаны. Сейчас буду резать крабовые палочки. Крабовые палочки я режу мелко. Вот так вот. Палочки порезала. Все, складываем в кастрюльку. Теперь яйца. Яйца тоненькими полосочками нарезаем. Яйца порезали, сейчас лук, красный лук, нужно мелко-мелко нам измельчить, и я его замариную на 5 минуточек прям в уксусе. Очень миленько, вот как только можете мелко, так и режьте. Открываем лук, пока у нас маринуется, открываем кукурузу, мясо криля, водичку сейчас сольем и будем отправлять в салат. Мясо криля, вот оно даст как раз вот этот аромат, именно крабовый такой насыщенный. Все, друзья, все ингредиенты смешали. Помазала все это я майонезом. Наш салатик готов. Пробуйте, готовьте. Кому понравился мой рецепт, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем приятного аппетита и до встречи в следующем видео. Пока-пока.